Россияне с января этого года стали использовать северно-корейские ракеты. Одно из первых применений было зафиксировано во время атаки на Харьков. Позже оказалось, что ракеты из КНДР применяли и во время атаки на Киев 2 января. Тогда в столице пострадала девятиэтажка и погибли 4 человека. Также известно, что по меньшей мере 6 ракетами россияне ударили по Киеву 14 февраля. Все это означает, что россияне явно не жалеют северокорейские ракеты и используют их довольно часто. Но что это вообще за ракеты? На самом деле оружие КНДР практически идентично российским ракетам «Искандер-М», хотя и имеет свою специфику. Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в интервью изданию «Вечерний Киев». По его словам, одной из отличий с «Искандером» является то, что северокорейские ракеты летят быстрее российских, но в целом они идентичны. Но есть еще одно отличие. Северокорейские ракеты содержат множество западных деталей. К таким выводам пришла британская организация, изучившая 290 компонентов обломков северокорейской баллистической ракеты, найденной в январе в Харькове. И это не просто единичные детали, а таких компонентов было большинство. Если точнее, то 75% компонентов было разработано и продано компаниями, зарегистрированными в США. Еще 16% были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, а 9% с компаниями, зарегистрированными в Азии. Как вы считаете, много ли таких ракет КНДР передала РФ? И как вы относитесь к тому, что в ракете западные детали? Пишите свои мысли в комментариях, а также ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. У нас интересно.